Пососи шлемы. Блять, микрофон не одевается. Тупая татарка. Всем привет, с вами Ира Смела, и сегодня я вновь буду отвечать на ваши вопросы из Ask.fm. Шкура! Ира, как ты относишься к стриптизерам? Люблю их, они клевые. Как ты относишься к скромным парням? А, очень хорошо. Что сделаешь? Положи яйца тебе на лоб. Хочу, это же буравчик. Или как там? Идешься с Эльдаром и Курсикиным? Да. Нет. А что мне еще делать? Как бы, здесь скучно иногда бывает. Иногда с пязок ебусь. Следующий вопрос. Ира, ты видела пенис Джарахова? Конечно. Знаете, какой он? Вот как у него голова примерно, вот такой огромный. Такой просто на змею похож. Следующий вопрос. Ир, сколько у тебя татуировок? У меня это самое, 20. Врежь. А вы не видели, что внизу? Что внизу, блядь? Внизу диван, ковер. Ира, почему вокруг столько лживых мразей? Как выжить в этом мире? Вот так. Я специально задал этот вопрос. Красавчик. Ира, ты когда-нибудь целовалась с девушкой? Да. Вчера буквально. Девочки, директ 18+. Бря! Скажи, пожалуйста, следующий вопрос. Как расшифровывается аббревиатура СЛОН? Слишком люблю орально ныть. Ну или сиамские любовники одуванчики наяривают. Супер любвеобильный анонист Николай. Это мой брат. На самом деле это расшифровывается как смерть легавым от ножа, либо соловецкие лагеря анального назначения. Следующий вопрос. Чем ты увлекалась в свои 14-16 лет? Я нюхала клей. Ира, какую музыку ты предпочитаешь? Татарский рейв. Дыркэш, дурт, бишал, тэжиде. Эш пашмак. Ира, ты веришь в Бога? Аллах Акбар. Аллах Бейсикл. За Аллаха и двор стреляю в упор. Следующий вопрос. Шалава. Шалава. Лава. Какая ты шалава. Вы поете хорошо. 97 баллов. Следующий вопрос. Да. Ты бы переспала с Джараховым? Почему бы и нет? Он симпатичный, плюс живете в одной квартире. Эльдар, я же тебе уже говорила, что я не буду с тобой спать. Блядь. Ты достал. Ну, это тут вопрос просто. Да, да. Ой, он удалился просто нечаянно. Ой, да. Ну так там реально задавали. Дословно. Да, да, да. Честно. Да у тебя член маленький, не хочу я с тобой спать. А теперь новая рубрика в ответах на вопросы. Горячий стул. Я буду очень быстро задавать вопросы, и тебе придется очень быстро на них отвечать. Хорошо, я готова. Эту рубрику я придумал только что, и Ира об этом не знала. До этого момента. Итак, что у тебя... Что у тебя в шкафу? Папка твой. Что у тебя в карманах? На сиськи. Какое место ты советуешь обязательно посетить? Задницу. Что вкуснее шоколада? На его зубы. Какому каналу на ТВ ты веришь? Евро-Канада. Ругаешь ли ты матом? Нахуй. Что такое любовь? Соски. Какая она работа твоей мечты? Языком работать. Что ты ешь на завтрак, шкураёб? Сисечки. Когда клип «Любовь»? Что? Это не мои вопросы. Ты сейчас срежь? Ну, сру, конечно. Ты что, торт не ела? Ну что, я торт не ела, что ли? Да что, не ела, кто не ел торт? Ты ебалась с конями? Конечно. Ты умеешь манипулировать? Конями умею манипулировать. Я надеюсь, вам понравились мои вопросы на ответы, ответы на вопросы. Какая разница, в принципе? Не воспринимайте злые шутки на свой счет и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. А снимать это видео мне помогал Даня Поперечный. Короче, если 9 раз вправо вот это повернуть, а этот 3 вот сюда, можно радио максимум поймать. Если этот 4 направо, а этот не трогать, можно поймать гонорею, если руки не моешь. Угу. Через соски прям. Дай поймаю гонорею. Нет, не надо. Это кусок моего стиля.